Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в Дельта-секторе, по-моему, точно так же, я не помню, я не играл, а вот UC, биологические исследования, понятно. Мы все так же находимся здесь, и я не играл в игру... Сюда? Сюда? Хорошо, игра меня поприветствовала, но я не думаю, что хорошая идея перейти сейчас туда. Короче говоря... Ой, блядь, блядь. Ой-ой-ой. Да какого хрена? Еще? Кому еще? Твою мать, я отвык от этой игры. Я не знаю, вот так вот я записываю серии по... 5, наверное, за раз, то есть, чтобы у меня время свободно на жизнь было. И где-то к серии 4-5 притупляются уже чувства, и забываешь, какая игра страшная. А сейчас я сел, мне настолько жутко прям стало, особенно когда вот сзади этот грохот. Было круто. Но тем не менее, назвали сюда. Ой, 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 ой. Ладно. Мы отсюда двинемся уже, нет? Так вот, короче говоря, я туда больше не пойду, потому что каждый раз, когда я подхожу к этой двери, какая-то хрень непонятная происходит. Мы в биологических лабораториях. Оттуда идут очень нехорошие звуки. Насколько я помню, в одной из предыдущих серий мы налажали, вызвали сюда флот. Как казалось, это было большой ошибкой, потому что это на руку доктору, как его там зовут, Бертругер. О, Бертругеру. Ой, как тут жутко. Ух ты, ёпарный под... Ой, ой. Один, по-моему, минуснулся. Ой-ой-ой. Хорошо. Неплохо так игра нас поприветствовала, надо отметить. Так, пойдемте броню возьмем. Фу, так вот. Кстати говоря, люди, которые спрашивают, почему я с сик-модом не играю. В свое время я ответил, что не играю, потому что упоротый баланс, но тем не менее, мне в комментариях написали, что сейчас существует новая версия сик-мода, в которой... Баланс поправили. Но поймите, ребята, это не баланс оригинальной игры, это что-то переработанное. Я такое не люблю. Мне нужно было, чтобы все было так, как задумали разработчики. То, что там кто-то переделал так, как ему хочется, как ему нравится. Если это не Обливион, конечно. Обливион просто игра немножко другого порядка. Согласитесь. Так, хорошо, что мы тут вообще? Вызовем лифт. Есть кто? Ладно. О. Туалет, обожаю туалеты. И я уже вижу, что тут не очень приветливо все. Чё-то как-то... Я слышу. А, вот смотри. Давайте перезарядим, кстати говоря. Сейчас, возможно, произойдет что-то нехорошее. Да, блин! Ну вы посмотрите на эту баллистику, ну какого хрена, эта физика меня просто убивает. Ох. Я слышу тебя. Япона мать. Кто-то там появился. Я жду вас, твари. Я слышал ваш спаун. Мне не нравится, что тут такие нехорошие звуки. Сейчас кто-то ко мне идет оттуда. Или ждет меня там. Ладно, не важно. Давай, скотина. Вылазь. Отнюдь.
Отнюдь, уважаемый. Вроде все, да? Хорошо. И досказал он им, ох ты, лифт какой-то XXXXX. Что это такое внизу слева? Я не знаю, поехали на второй уровень. Ну. Фу, так, хорошо. Не знаю, но в принципе не так, чтобы сложно играть. Игра стоит на сложном уровне. Твою мать. На сложном уровне сложности. И при этом враги, ну, я не могу сказать, что как-то мне сложно их убивать именно. Это отнюдь не так. Да что за звуки-то тут такие гуляют? Это ненормально. Я слышу зомби. В коленке. Там еще один есть. Вот как-то. Вот игра просто поражает по сравнению с тем, что было, помните, на заводе. Там было убого, абсолютно убогий дизайн уровней. Абсолютно ничего не происходило, а тут каждое помещение — это просто праздник. В каждом охренеть как страшно, и в каждом что-то новенькое. Зомби как-то вообще уже не пугают. Тихо, не успел. Кнопку перепутал. Я уж подумал, это тот товарищ с пулеметом. Это было бы печально. Новый КПК. Шо? И вроде спокойно как. Ой, блядь. Ну что ж ты. Ух. Я что-то сегодня дерганный, как будто я кнопку не могу найти, контрол приседания, и у меня на контроле оно стоит. А, кстати, кто-то в комментариях говорил, что правая кнопка мыши при пулемете — это раскручивать его, что ли? У меня на правой кнопке мыши по умолчанию стоит. Вот что, поэтому не знаю. Хорошо, давайте почитаем КПК. Как-то у нас неспешно сегодня получается, мы двигаемся. Да ладно. Зато интересно. Наблюдение за участниками опытов. This is the audio log of medical supervisor Peter Raleigh, dated October 29th, 2145. We have exhausted all known forms of drug treatment in hopes of finding a way to abate this strange outbreak of dementia, and I have yet to receive any additional data from the psychiatrist. Пытались погасить этот всплеск безумия у людей разнообразными медикаментами. Approximately 80% of all extraplanar participants exhibit signs of mild neuroses within the first 48 hours after returning from their expeditions. Within 70... Так, ну понятно, в общем. Люди сходили с ума. Письмо от Бена Питерсона. Уважаемый доктор Рейли, больные поступают к нам быстрее, чем мы успеваем их выписывать. Точнее, я вообще еще никого не выписывал. Я очень озабочен тем, куда мы будем класть больных, если нынешние опыты будут поставлять их нам с прежней скоростью. Необходимо выяснить причину этого психоза. Ну да. Так. А, вот. Это я не то читал. Так. Уважаемый доктор Рейли, сообщаю, что заказанные вами в фармацевтической компании лекарства от психических расстройств мы получили. Тут довольно много больших коробок, а у нас сейчас катастрофически не хватает свободных рук. Если бы вы смогли прислать кого-то из вашего отдела забрать их, это было бы просто прекрасно. Большие коробки, говорите? Это хорошо. Что-то тут стена какая-то кривая. Или так и нужно?
Так. Почему не берешь? Не хочешь? Ну ладно. Что-то не очень такое хорошее помещение, да? Одни проблемы сплошные. Так, вот чтобы